Всем привет! С вами Марина из Динамамы, и сегодня я покажу дождезащитный комплект марки Didrikson. Модель эта называется Stormen. В нашем ассортименте она впервые. Отличается от модели Slusky Man она тем, что у нее внутри тоненький флис. Это не подкладка, а спаянный материал. Чуть позже я все покажу. Так как внутри флис, это скорее на теплую весну и осень, но может быть на холодное лето тоже подойдет. Давайте смотреть подробнее. На капюшоне есть резиночки, чтобы более плотно прилегал комплект к голове. Светоотражатель. Капюшон можно отстегнуть. Все швы запаяны для герметичности, чтобы влага не проникала внутрь ни при каких обстоятельствах. Светоотражатели на рукавах. Манжеты на резинке. Внутри широкий отворот такой же ткани, как снаружи прорезиненный. И внутри флис. Он тоненький, мягкий, гладкий. Очень приятный. В капюшоне тоже флис. Нижняя часть сзади длиннее, чем передняя. И по бокам тоже резинки. Крупная молния. Защита подбородка от защемления. Флис на внутренней стороне воротника, этикетка, где можно написать имя ребеночка. И вот он флис и в рукавах, и в теле куртки. Хорошая резина, галлон запатентованная, и она тянется. Это говорит о ее качестве. Вторая часть комплекта – это полукомбинезон. Тоже его отличие в том, что есть вот такие вот плотные вставки на коленях и сзади. Давайте сейчас я все расправлю и покажу. Подтяжки эластичные, с карабинчиком. Можно их вот так вот отстегнуть, но в целом они не отстегиваются. И регулировка по высоте. У них есть. Внутри тоже флис. Этикетка, где можно написать имя ребенка. Петелька, чтобы повесить полукомбинезон. Шов запаян. Все швы запаяны. Плотные вставки на коленях. Светоотражатели. Тканевые штрипки, которые можно отстегнуть. Нет, их нельзя отстегнуть. Их можно только отрезать. Они пришиты. И можно их перестегнуть вот на другую пуговку, чтобы они были покороче. И вот такая на них есть прорезиненная вставка. И еще, чтобы удобнее было одевать, ширину штанин можно отрегулировать, так как резиновые сапоги, обувь такая достаточно громоздкая, нередко. Это достаточно, такую функцию в этом комплекте добавили, функцию или опцию, что сказалось на цене. Сзади прочная вставка на попе. Вот она. И вот так выглядит нижняя часть полукомбинезона. На этом, пожалуй, все. Жду вас на Динамама.ру. Спасибо за внимание.